Привет! И сегодня я так выпью... Пепси-колу? И колу. И кока-колу. Да. А можно я с тобой? Ты мне пепси, а себе кока-колу. На. Давай, твое здоровье. Дзинь! На самом деле мы... Потому что это машина. О, вот, Валентин уже сразу нам открыл. Тут у нас есть таких... 4 конуса для того, чтобы машинка объезжала. Это у нас джойстик управления, антенна на машине. И машина должна у нас ездить. Это Lamborghini. Lamborghini. Вторая какая-то черная. Это какой-то гоночный непонятный автомобиль. Только написано Racer. Да, Racer, гонщик, короче. Но не написано, что за модель. О, ты инструкцию читаешь. Не, просто смотрю. Нужно 2 батарейки. 2А. На кнопку нажать и назад. А ну вот этот. Кнопка. Вау. Джойстик на батарейках на двух. И тут есть, оказывается, у нас вот такой вот шнур. Для да. чего? Для чего? Тут снизу. Снизу вот на машинках, оказывается, вот есть вход для того, чтобы заряжать да, машинки. Да, чтобы сюда вставлять, чтобы заряжать. В машинках у нас да, встроенные тут... батареечки маленькие. Да, тут совсем уж все крохотно и надо... Ну действительно, они такие крохотные, даже меньше, чем палец. Смотрите, какая малюсенькая машина. И внутри них еще есть батарейки, которые да, заряжаются. Да, и 10 евро. И... То есть у нас сейчас на столе 20 евро, да, машинок? Да. Предлагаю ее включить на ON. Так, вот мой пультяра. Сейчас, я тоже свою. О, у нее... Вы видали? Давай. У нее светятся фары. Опа. Смотрите, вот мой пульт. А вот Валентин двумя машинами одновременно. Вау. Ой. Напишите, у кого-то была уже такая вот непонятная ситуация. Вау. Слушай, а размеры они такие же самые, как Hot Wheels у машинки. Да. Тут одну машинку мы спрятали. Вау! Бжж, авария, Lamborghini. Бау! Быстренько! Тестируем нашу машину на полу. Радиус, по которому она управляется, очень маленький от пульта. Приходится... Ова! Во-во-во, какая быстрая! Слушай, я за ней следить не могу. Гоняет! А по плитке нормально гоняет. Слушай, смотри, какая скорость у нее быстрая. И хорошо управляется, правда? Угу. Сейчас будем тестить вторую машину. Черненькую теперь. Включаем. Используем ее пульт. Кажется, у нее батарейка сдыхает. Ставим батарейки на... Ой, машинки на батарейки. Как вот ставится? На подзарядку, да? Так, сначала выключаем. Выключаем и ставим на подзарядку. Вот. Я не знаю, сколько они должны стоять там. Сейчас в инструкции мы посмотрим. Вот оно загорается. И оно загорается, то, что оно на подзарядке стоит. Друзья, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на канал. И выбираем победителя, кто получит одну из этих машинок. Угу. Можете прямо в комментариях там и указать, хочу красную или хочу черную. Все, пока. Пока. Всем пока.